Всем привет! Экскурсия по клубу «Наставник» – это учебный центр для сетевиков. Итак, друзья, вы когда просто зашли на нашу страничку infomentor.ru, то у вас есть доступ открытый, вводный курс знакомства. То есть вы здесь с нами можете познакомиться. Даже если вы приобрели какой-то курс или приобрели, например, сервис, с которым мы работаем, это сервис IOP, вот такие специальные инструменты, вот, то все равно вам нужно начинать именно с этого курса знакомства. Вы нажимаете, еще даже не регистрируясь в клубе, регистрация вот здесь, даже не регистрируясь в клубе, вы нажимаете «Приступить к изучению» и начинаете изучать первый урок. Вот здесь можете развернуть все, и вам будут по разделам все уроки видны. Либо можете разворачивать уроки по очереди в один. То есть разделы по очереди. С чего начать? Ну, у нас будет здесь первый урок знакомства, который я сейчас записываю. Дальше идет следующий урок. Он обязателен. Вы таким образом сохраните себе и вашим наставникам очень много времени и нервов. Начинаем с того, что мы создаем файл для хранения паролей. У вас будет, возможно, несколько каких-то сайтов, входов, программ, да? Поэтому хорошо, если это все будет в одном файле. Здесь показано, как это сделать. Здесь вы нажимаете «Скачивайте». Ну, то есть смотрите просто урок. Для удобства вы можете вот эту плашечку задвинуть влево, и у вас открывается экран больше. Если можете ее вернуть. Можете переключаться между уроками. Вот так вот. Можете переключаться между разделами. Ну, я вообще рекомендую проходить курс по очереди, каждый урок. Когда вы выполнили урок, обязательно нажимайте, вот здесь будет выполнено. Это будет у вас, когда вы зарегистрируетесь уже на сайте. Итак, возвращаемся. Если нам надо вернуться, нажимаете на значок клуба. И мы вернулись вот в наш раздел, на наш сайт. Можете посмотреть здесь, какие есть у нас курсы. Ну и давайте перед тем, как вы зарегистрируетесь, я вам сделаю такой вот вводный. Что и зачем. Значит, что у нас содержится в нашем клубе «Наставник МЛМ»? Вводный курс знакомства. Я вам его показала. Здесь у нас есть два модуля. Модуль знакомства. То есть мы что делаем? Это обзор клуба. Я его сейчас записываю. Дальше как создать файл для сохранения паролей. Дальше зарегистрироваться в клубе. И ваши данные вы в этот файл заносите обязательно. Как присоединиться в скайп-чат и как задавать правильно вопросы. Это все делается для вашего удобства и для экономии времени нашего и вашего. Следующий модуль в курсе знакомства – это сервис IOP. Что такое сервис IOP? В первом уроке я рассказываю, почему IOP. Дальше давайте мы с вами посмотрим формулу успешного заработка онлайн, из чего она состоит. Друзья, важно, формула состоит из бренд, то есть люди должны покупать вас, а не вашу компанию или ваш продукт. Да? Люди идут на людей, мы этому обучаем. Дальше автоматизация, надо систему автоматизировать, чтобы не вручную искать людей, кого искать, кто ваша целевая аудитория, разбираем, и трафик, то есть каким образом поток, трафик это поток целевой аудитории на ваши ресурсы. Итак, давайте откроем бренд и посмотрим, что у нас здесь. Бренд, друзья, обязательно у вас должен быть блог, сайт или ваш MLM-центр. Это, в принципе, может быть одно и то же, да? И зачем это нужно? Потому что люди должны с вами познакомиться. Вы же не бомж на остановке, который да, что-то там продает. У вас должен быть свой MLM-центр. Мы именно на сервисах IOP, на этих инструментах, создаем этот самый MLM-центр. Поэтому тем людям, которые приобретают сервис IOP, доступ ко всем курсам дается. Конечно,
если вы приобретаете этот сервис по нашей команде. И следующее, конечно же, соцсети, как их правильно оформить. И еще, почему не соцсети? Да, многие могут сказать, что я могу в соцсетях продвигаться. Ну, во-первых, это вы в гостях. В любой момент вашу страничку могут забанить, заблокировать. Там свои правила. Это первое. Во-вторых, вот те тексты, которые вы классные написали, они уходят вниз, они держатся в соцсетях наверху. Ну, буквально, я не знаю, может быть, сейчас вообще 10 минут, может быть, полчаса, не знаю, держится ли это 20 минут. Вот. И следующее, что мы разбираем, это автоматизация. Вот рекомендую вам начать с нашего курса «Лучший заработок в интернет», потому что вам не нужно придумывать никакую воронку. Мы уже за вас эту автоворонку придумали, и вы через вот этот автоматизацию, через «Лучший заработок в интернет», вы будете собирать контактные данные людей, которым интересен заработок. Вот, поэтому начинайте с этого курса «Лучший заработок в интернет». Еще у нас есть автоворонка для сетевика, ну и готовые шаблоны. Рекомендую все-таки начинать с этого курса. Через этот курс вы сможете людей приглашать в свой бизнес. Через этот курс вы будете собирать подписную базу, то есть заинтересованных людей, которым нужен заработок. Им легче всего предложить бизнес. Следующее – это целевая аудитория. У нас также есть два курса – это стратегия продвижения. То есть мы здесь с вами определяемся, что вы будете продвигать – продукт, бизнес, да, или будете себя продвигать как эксперта. Вот. И еще один курс – это система продвижения. Мы там как раз и изучаем блог, да, социальные сети, то есть вот то, что в бренде мы определили. Ну и трафик. Смотрите, трафик – это инструменты для соцсетей всевозможные. И есть еще один курс «Реклама продвижения». Здесь платные и бесплатные методы рекламы. Трафик – это получение ваших, ну, целевой аудитории, да, потока целевой аудитории на ваши ресурсы. Дальше вы познакомитесь с партнеркой IOP, вот этого сервиса, с которым мы работаем. Это инструменты просто-напросто. И здесь есть партнерка. И здесь я рассказала, как удобно зарегистрироваться, как правильно зарегистрироваться. Дальше, друзья, вам нужен свой дом, скажем так, да, свой домен. Регистрируете домен, на нем будут и ваши страницы захвата, и блог, сайт, MLM-центр. Вот. Ну и идете дальше, да, здесь посмотрите активация хостинга, что такое поддомен и установка WordPress. И вот к этому времени, пока вы это все делаете, ну, это может быть у вас займет сутки времени максимум, да. Вот к этому времени мы как раз вам дадим доступ после регистрации в сервисе, доступ дадим к курсу по автозаработку и другим курсам. Итак, переходите к следующему видеоуроку и выполняйте. Какие есть вопросы, опять же, смотрите в следующем видео, как задавать правильно вопросы. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Пока-пока и до встречи в нашем учебном центре «Наставник MLM».